декорация на тему юрского периода и лаборатория. Вот такая вот лаборатория, открывается даже тут дверь. Вот такая самоделка. Этот мультик будет доступен на канале Profi Studios. А пока это декорации на канале Сливки Секрет. Вот такие герои будут в моем мультике о юрском периоде. Вот такая вот команда из 7 человечков, которые будут сталкиваться с приключениями и бороться или что-то в этом роде, приручать этих динозавров. Команда из 7 человек. 2 девушки и 5 парней. А,
один ребенок помладше и четыре парня.